Очко Файтер 1-0. Длинная игра была, ответственная. Легион Форд в поле. 1-0 Легион впереди. 10. Наташа, там Илья, сюда смотри, ближних своих. Там Илья одного пасет игрока. Да, а ты с игроком. Время. Форс на кнопке. Очко Форс. Счет стал 1-1. Файтер, антифайтер. Десять. Татарин аут.
очко Fighter 2-0. Легион Форс в поле. Счет 1-1. До конца 6-0-2. 30-10. Форс полотенце. Так, что за разговоры? Я фофу сейчас раздаю. Очко Легион. Fighter, антифайтер в поле. Тридцать. Десять. Thank you.
Время. Антифайтер на кнопке. Берет очко. Счет стал 2-1. Хорошо, спасибо, Антон. Итак, Легион Форс 2-1. Легион до конца 3:45. 30. Время. Очко Форс. Счет стал 2-2. Файтер, антифайтер в поле. 2-1 файтер. До конца матча 2-0-8. 30. Десять.
60 секунд. 60 секунд. Время. Стоп, игра! Не успели. Итак, 2-1 файтер. Первое место файтер. Сейчас ребята выйдут, и мы зайдем. Так, продолжает Легион Форс. Счет 2-2. До конца минута 51. Наташа. Наташа. Перед тобой мешок спал. Одень, пожалуйста. Помогай игрокам играть. Фигуры должны быть в нормальном состоянии. Тридцать. 10. До конца минута 51. Шестьдесят секунд. 60 секунд. Время. Стоп, игра! Стоп, игра. Общее время вышло. Счет 2-2. Те же команды. Овертайм 5 минут. Игра овертайм 5 минут до первой победы.
Я пока настрою программу. Судя, у вас пока шарики раскатать. Что у нас сегодня все команды на ближней базе? Сейчас приду. Можете занять у кого-нибудь шарики? Хорошо.
Что, на улице-то солнце вышло? Может, на улицу пойдем? Обещали дождь, но я так думаю, сегодня хорошо у нас получилось. Первый турнир. Обновили площадку игровую. Сейчас там Наталья резинки одевает. Готово. Так, внимание, команды, выходим. Те же базы, да, игра без очка была. Игра с тех же баз, судьи в поле. А я что-то вот не спросил, нужна, нет, была баня сегодня кому-то. Потому что не затопили даже. Не обещал. А вы не сказали. Да. Поэтому в душ, все в душ. Внимание, команды, будет 30. Судьи в поле. 30. Итак, у нас овертайм за 3-4 место. Легион Форс. 5 минут игрового времени до первого победного очка. Если будет снова овертайм, то играем 1-1. 10. Это было зря. Время. Форс на кнопке. Очко Форс. Третье место занимает команда Форс. Как места распределились в отборочных играх, так и в финальных закончились.